Доброе утро, друзья. Вот, в этом видео я хочу рассказать, как вообще ищу бесплатные парковки. Вот видите, я стою на автодоме здесь, сегодня я здесь ночевал. Вот, я, в общем-то, уже въехал в Словению. Вот даже, по-моему, словенские номера уже, да, машины все стоят. Вот, и что, соответственно, хочу рассказать. Так как я путешествую долго, соответственно, и, в общем-то, каждый день платить там 15-20 евро на кемпингах не будешь, соответственно, там по 30 евро даже. Поэтому, соответственно, привыкаешь потихонечку искать вообще, где же тебе встать. И, в общем-то, каждый день я это делаю. Я трачу на это, может быть, 5-10 минут, ну, бывает 15-20, если это какой-то мегаполис. Если, соответственно, это средний город, то там 10 минут, например. Если деревушка, то вообще там 5-7, не знаю, как получится. Вот в этот раз я приехал в Любляну. Я сейчас 4 километра от центра. Вот, и, соответственно, здесь запарковался. Ну, здесь, соответственно, живет мой знакомый, так, к нему. Ну, вот это обычная парковка, в общем-то, вот, обычное место, где я, в общем-то, очень часто в таких местах я врачу. Вот примерно в таких, ну, здесь похуже, может, здесь щебенка, так чаще на асфальте. Вот, ну, вот, такие парковки, это, в общем-то, норма. И я ими не брезгую, это вполне нормально. Так как, скажем, уже месяцами путешествуешь, уже ты успокаиваешься на какие-то моменты там роскоши, там чего-то там, комфорт какого-то. В общем, главное, чтобы у тебя отопление было, спать можно было спокойно. И, в общем-то, остальное все это уже мелочь. Вот. И чтобы, соответственно, еще тихо было. Потому что бывает даже стоишь на автобане, там на хорошей парковке, и спишь. Там так машин едешь, что ночью буквально уснуть невозможно. А здесь вот тихо и спокойно спать.